Итак, всем привет, с вами Доб Гэм, мы продолжаем играть за нашу Ост-Австрию в Кайзеррайхе. И пришло время нам помочь Германии победить в войне в Европе, перевернуть ход этой войны и показать, что мы не просто гарнизон в Азии, а мы полноценная часть Германии, можно сказать. В любом случае, с вами Доб Гэм. Если вы еще друг не подписан, обязательно подписывайтесь. А у нас впереди много высадок и много военных действий, поехали. Кстати, я сейчас обнаружил, что наша экономика больше немецкой. Ну, раза в 1,5-2. Кто тут теперь колония, говорится? Ну ладно, ладно. Мы технически все еще находимся в рамках одного государства, поэтому не будем слишком булить Германию. А еще выводим наши войска из Греции, потому что я не вижу перспектив на этом фронте. Долбиться в горах морпехами не самая лучшая идея. Будем сейчас занимать разные острова, потихоньку лишать здесь каких-либо морских баз, авиационных баз. И, наверное, высаживаться в Испании. Ну, наши морпехи готовы. Давайте отправляем приказ о высадке. И да, я сюда флот никакой не подводил. Потому что вроде как наши союзники и так гарантируют нам здесь преимущество на море. Вроде как здесь безопасно. Верим в это. Ну и да, без особых проблем забираем весь территорию. Благо наша морская пехота действительно очень хороша уже. И здесь, кстати говоря, все было не так прекрасно. Но я перенаправляю сюда нашу авиацию, и с авиацией резко ситуация меняется в нашу сторону. Там остается лишь добить здесь небольшое количество дивизий. Кстати говоря, не так просто оказывается, но мы это сейчас сделаем. И, кстати говоря, здесь наши войска внезапно переходят на наступление. Даже не мои, а именно наши. Если вот видите, ребята что-то пошли. Ладно, нажмем галочку, попушим немножко, почему бы нет. Ой, на фоне нашей подготовки к высадке вот сюда здесь высадилась Америка и Франция внезапно. Но мы не будем отставать. Здесь мы более-менее готовы. Контролируем воздух. Почему бы не отправить уже наших морпехов вперед. И они прекрасно занимают здесь плацдарм. К сожалению, у меня здесь не хватает сил, чтобы туда еще какие-то войска направить. У меня вот эта новая армия, которую я уже обучил, едет в Италию. Но это займет некоторое время. А здесь пока ребята еще дополнительно обучаются. Но я думаю, наши морпехи сами, в принципе, смогут здесь, по крайней мере, пропушить. Не так много, но это честный пуш. И да, развить мы наступление поэтому не сможем до прибытия подкреплений. Но плацдарм закрепиться нормально. Можем, можем. Можем, и самое главное, будем делать. Здесь я, кстати говоря, немножко самолет, наверное, переброшу туда еще побольше. Ведь мне очень не хотелось бы иметь здесь абсолютно зеленый воздух. Я вижу, что проблемным теперь стал именно Восток, а значит, давайте нашу авиацию перебросим на эти регионы. Благо у нас есть что перебрасывать, как говорится. И армия прибывает! Кавалерия has arrived. Прекрасно, можем теперь планировать наше наступление в Испании. И начинаем наступление, кстати говоря, где-то не очень хорошо, потому что кому-то Ишка решает, что хорошо было бы атаковать одной дивизии 3. Но мы ее управляем, и все становится нормально. Параллельно с этим, я думаю, было бы хорошей идеей наших морпехов использовать по назначению, а именно вносить дополнительные, так сказать, проблемы для нашего противника. Вторая высадка, почему бы и нет. И вот еще одна высадка, и я вообще здесь не вижу гарнизонов, да. Прекрасно, деструктив внесли. И начинаем атаку здесь. Здесь я, кстати говоря, да, решил чуть-чуть дообучить быстренько на линии фронта, что может пойти не так, как говорится. Действительно, ничего не пошло не так, все в порядке. Здесь тоже сейчас начнем наступление. И подрезаем мы таким образом еще часть дивизии. Прекрасно. И эти ребята... Блять, что? Вот моя честная реакция, как говорится, блять, что? Греки высадились вот сюда. Подожди, греки. Нет, это Россия. Почему Греция тогда это контролирует? Здесь нету. Ну ладно, здесь есть одна греческая дивизия. Видимо, греческая дивизия высадилась. И туда Россия завела войска. Господи, помилуй того, кто этой Германии Ишку делал. Чтобы вы понимали, вообще в чем главная проблема. Вот в том, что она просто бездумно, вот видите вот эту атаку, да? И так постоянно, и она просто постоянно все свои ресурсы, вот эти вот бессмысленные атаки, одной дивизии на миллион вражеских убивает все свои ресурсы. Это просто какой-то ебаный абсурд, но мне-то что поделать? Мне надо это как-то спасти.
Кстати, как видите, здесь мы смогли нашей авиации повлиять на это, потому что даже в таких атаках наша авиация все еще успевает чуть-чуть поработать, и этого чуть-чуть более чем хватает. А у нас вот такой вот радиус авиации, поэтому мы работаем где хотим. Но главное, чтобы рейхспакт не крашнулся, как говорится. Краха не произошло, но вроде кое-как удержали. Ну, я думаю, наши морпехи теперь поедут в плане разведки в Британию, потому что это тоже важный игрок, и у нее тоже много армии. Но подлодок, видите, здесь нету. Мы просто вычистили, скажем так, вилкой здесь все, что только можно было. Так что, я думаю, можно безопасно перемещать наши войска. Да, и с греческим вот этим вот недоразумением покончено. Я, кстати, подумал, я вижу, здесь не так много войск теперь стало. Можно даже пробовать атаковать. Я думаю, наши выставки везде и выставки союзников, ну, Антанты, на это повлияли. Давайте попробуем Данию освободить. И начинаем здесь двигаться в Данию. Надо спасать европейские державы, насколько это возможно. Здесь одна дивизия дообучалась, но потерпит. Потерпит чуть-чуть. И да, мы просто как нож в масло заходим у них. Атака, ух, какая приятная атака. И это я еще не поставил сюда ракетную артиллерию. Я, наверное, сейчас рот обеспечения поменяю на краски артиллерию, потому что по обеспечению, по снабжению у меня здесь вроде как неплохо все. Я все-таки в Европе теперь воюю. И как будто еще ПТО тоже надо было. Но ПТО уже как-то пока не очень. У нас, потому что очень интересный есть баф на госпитале. Ну-ка. Окей, нам здесь не написано. Но вот он. 20 сокращения потери, 10 потери опыта. То есть это очень сильно для нас. У нас очень сильные госпитали. Такое не использовать было бы грешно, как говорится. Или да, еще две армии едут в Европу. Мы теперь полноценная Германия, черт возьми, уже. И кто-то замирился. Золотой берег, Кения. Не знаю, о чем они, но... Но мы еще не замирились. И я сейчас обнаружил неприятный факт. Мидель-Африка воюет с... какими-то колониями. Ну ладно, они не воюют с самой Антантой пока что. Но они воюют с какими-то марионетками Антанты. Звучит, как будто у нас сейчас начнется война с... Да. У нас сейчас начнется война с Антантой. Не хватало, блядь, только этого. Я, пожалуй, откажусь пока. Потому что у меня здесь... Ну, у меня вообще есть гарнизон, здесь все еще оставляю гарнизон. Потому что я такую ситуацию предполагал. Но я не готов. Мне нужно будет, как говорится, здесь гарнизоны какие-то выставить и вот это все победить. Это тоже займет какие-то ресурсы. Надо сначала победить все-таки интернационал. И война началась из-за каких-то непонятных приколов вот здесь. И Испания капнула. Причем большую часть забрали именно мы, что очень выгодно. Особенно учитывая нашу... войну с Антантой новую. Мы будем таким буфером между Антантой и Германией, поэтому нужно точно теперь побыстрее занимать здесь новую границу. И да, пробиться сквозь датский вот здесь вот пролив очень тяжело, действительно. А технически, кстати говоря, мы могли бы себе помочь вот так, наверное. Но в целом авиация работает. Авиация работает, и мы в один момент просто сломаем их оборону здесь. А вообще, я вижу, что они начали туда идти. Давайте остановимся. И то, что у нас здесь вышло, раздавим. И с этого направления тоже будем атаковать. Здесь, видимо, есть еще одно направление. А у меня не было туда просто растянут фронт. А, фронт здесь и не растягивается по неизвестным причинам. Нужно делать новый. Ладно, сделаем новый. Но ноль проблем. Конечно, перед этим допив, кто здесь прошел. Ну и хорошая новость в том, что теперь французская ишка также начала убиваться, чуть получив совсем людей. Из-за этого у нас появились кое-какие шансы, и я бы даже... Давайте вот это сделаем, кстати, здесь тоже Беларусь чуть отбили, потому что если этой авиабазы, по идее, не было, я бы на нее и так поставил до этого. Да, можем сделать вот так, наша авиация начала здесь помогать. На испанском фронте все прям неплохо, здесь очень много французов попадают в окружение, и нами будут сейчас вайпнуты, по идее. Да, наш флот здесь однозначно улучшает ситуацию, но недостаточно. Видите, здесь ПВО у них имеется в дивизиях, поэтому авиация, конечно, получает не так много... Точнее, не так много урона наносит, и даже мы теряем авиацию. Вообще, мы, наверное, теряем очень много авиации, но производим мы еще больше, так что... Плевать. И да, пробиваемся. Я думаю, пробьемся в этот раз. Ой, кстати, я забыл, а мы тут в России, оказывается, тоже воюем. И да, здесь даже что-то происходит, как говорится. Очень... Странный здесь приказ, это, видимо, потому что он как-то подсломался из-за, может, этих территорий, которые не имеют реальных границ.
Ну, которые нельзя реально захватить. Но, я думаю, нам точно стоит здесь докрасить все, на всякий случай. С тремя дивизиями. Остальные пускай продолжают движение на запад. Да. Вы нет. У нас вроде как здесь все не так плохо. Здесь мы взяли пролив. Можем теперь добить здесь полностью Британию. И таким образом немецкий Северный фронт улучшить как минимум. Это проблема здесь, конечно, все еще есть, но теперь должно стать проще. И нам тоже проще. Германия, по идее, не должна рандомно умереть теперь. Но ты никогда об этом не знаешь. Например, видите, вот здесь вот фронт у Германии вообще немножко сыпется на самом деле. И да, мы, конечно, его сейчас будем укреплять, но без нас он бы реально сейчас здесь посыпался. Потому что хоть французы и атакуют бездумно, но немцы атаковали так же бездумно до этого, и поэтому у них нет ресурсов обороняться. И вышли мы из Испании и начинаем наступление на саму Францию здесь. Морпехи наши все еще чилят, на самом деле, ждут приказа, потому что... Ну, я не спешу вообще торгаться в Британию, пока у меня здесь куча неприкрытых фронтов. Ну, как у меня, в Германии, но в Германии, значит, у меня в данный момент. И да, это та самая война, в которой просто нереальная мясорубка, уже 40, господи, 5 миллионов погибших. Просто здесь Германия уже всех под ружье, Франция все взрослые, здесь расширенный призыв, кстати, не так много. Но Британия, как обычно, гадит, но сама не воюет. Здесь... Все взрослые проходят службу. Америка тоже, видите. Им гадить нигде не воюют. А мы расширенный призыв, нам... Причем мы расширенный призыв такой, что мы еще и всех из колоний наших поднимаем. Всех... Все завоеванные территории поднимаем. Нужно воевать. И смотрите, насколько далеко мы прошли в России. На самом деле я такого не ожидал, но... Здесь просто нет особо сопротивления. И да, мы просто идем и красим. Ну, я не против. Ладно. А теперь, я думаю, пора отбить Восточную Пруссию у России, выйти Германии здесь хотя бы на изначальные границы, взять Кёнигсберг и уничтожить эту группировку войск Московского пакта. Пока получается неплохо, хотя у нас здесь почему-то нету снабжения. Вот так надо поставить, станет получше. Все еще не идеально, но получше и достаточно, чтобы взять Кёнигсберг и отрезать здесь войска Московского пакта от каких-либо подкреплений, боеприпасов. Там сейчас кто-то сидит и кричит, где боеприпасы, новинков, а их уже не будет. И солидно так мы здесь дивизию окружили, я доволен. Наверное, стоит заняться чем-то подобным на Балканах, было бы неплохо фронт сократить. Я, наверное, вижу где-то вот здесь у нас возможность прорыва. А еще вижу, что здесь фронт слабый, вообще мы могли бы, наверное, прямо на автоплане здесь пробиться. Шансы этого были бы, я думаю, отменные. Но мы не рискуем. Поэтому не пьем шампанское, поэтому просто ручную все это делаем. В кубочках рискуем окружением из-за того, что нас здесь поддерживает только одна дивизия немцев, но мы успеем их вайпнуть до этого. И мы делаем вот это... Подождите, нет, еще даже не вот это. Мы сделаем еще жестче, да? Мы сделаем вот такое чудо. Господи, 105 воздушной атаки, 35 защиты. У него, вероятно, кажется, страдает, но 25 еще морской атаки. Не знаю, кстати говоря, зачем нам она нужна, но пускай будет уже, ладно. Оставим ее, чтобы была когда-нибудь традицией прошлым самолетом. И это у нас будет наш финальный самолет победы. Да, он стал еще дороже. Но что такое для нас теперь деньги? Кстати, я решил посмотреть на поддержку войны, и во Франции она ноль. Они еще сделали мирную революцию, я не помню, что это... Это может поствоенные у них какие-то приколы. Ну ладно, в любом случае у нас тоже есть некоторые проблемы, хоть и небольшие. Мы с ними займемся. Но да, здесь просто все страшно. Падение Мюнхена, коммуну не остановлено. Да господи, ну у меня нету дивизии на весь фронт. Ну потерпи ты хотя бы чуть-чуть. Дайте мне чуть-чуть что-то сделать. Сейчас ладно, капнем... Нет, мы не капнем Румынию. Останавливаем здесь и идем спасать Германию здесь. Что нам еще остается? Как говорится, ты не можешь проебывать фронт хотя бы 5 минут. Видимо, нет. А так, пока, где возможно, вайпаем войска. В общем-то, интернационала. И как-то держим фронт. Хорошая новость, кстати говоря, в том, что когда мы будем освобождать Германию, она будет получать население и как-то она свою проблему закроет, но...
Ну так, очень-очень жиденько, я бы сказал. Наши морпехи, кстати говоря, едут в Индонезию. Готовимся воевать там с Антантой. Ну и мы кое-как восстановили силы. Пора сконцентрировать наш удар на Франции. Выбьем Францию из войны, решим половину своих проблем, пожалуй. Но я думаю, сделаем это уже в следующей серии. В этой мы успешно здесь сконтролировали Средиземное море. Конечно, там теперь есть Антанта, которая нам не даст ничего здесь контролировать. По крайней мере, пока мы ее не захватим. Но, по крайней мере, Интернационал вот-вот проиграет. Осталось у него совсем немного времени пожить. Россия тоже, я думаю, скоро проиграет. Так что у нас пока план такой. Этих ребят победим. Здесь будет так называемая крепость. Цитадель мы ее назовем. И из нее мы уже будем наносить... я слышал такой план, они придумали, не сработало. Надо будет другой придумать. Ладно. Так или иначе, разберемся с Интернационалом, с Россией, а там будем думать, что делать с Антантой. С вами был ТопГей, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайки, комментарии, твиттер, скрут, бусти, все как обычно, и до скорых встреч. Всем пока.